Привет! Сегодня буду вязать такую детскую жилетку на возраст годик-полтора. Жилетка вяжется одним полотном без швов, сверху вниз. Верх жилетки связан регланом. Жилетку я вязала из пряжи Alize Baby Best и спицами номер 3. Длина жилетки у меня получилась 38 сантиметров. И по талии 30 сантиметров. На спице набрала 83 петли и вяжем воротник жилетки. Воротник вяжем платочной вязкой. Провязываем первые 8 рядов платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды вяжем лицевыми петлями. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Так провязываем 8 рядов. Провязала 8 рядов воротника жилетки. Дальше будем вязать реглан. Разделяем наши петли. 15 петель для полочки, 2 петли для линии реглана, 11 петель для проймы, снова 2 петли для линии реглана. Дальше 23 петли спинки, 2 петли линии реглана, 11 петель для второй проймы, 2 петли снова линии реглана и 15 петель для второй полочки. Вяжем росток реглана. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и 14 петель провязываем лицевыми петлями. Вяжем до маркера. Следующие 2 петли, петли регланной линии, будем провязывать изнаночными петлями. Но перед этими двумя петлями делаем накид. Провязываем эти 2 петли изнаночными петлями. И после двух этих петель регланной линии тоже делаем накид. Дальше до следующего маркера вяжем лицевыми петлями. 11 петель провязываем лицевыми петлями. Снова следующие 2 петли, петли регланной линии, делаем накид. Эти 2 петли провязываем изнаночными петлями. И снова делаем накид. И 23 петли до следующего маркера, до петель линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова 2 петли регланной линии, делаем накид, провязываем 2 петли изнаночными петлями и после этих 2 петель снова делаем накид. И следующие 11 петель до следующего маркера вяжем лицевыми петлями. Снова 2 петли линии реглана, перед ними делаем накид, провязываем их изнаночными петлями, эти 2 петли, и снова накид. Осталось на левой спице 15 петель. Одну петлю провязываем лицевой петлей и одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой. Провязали первый ряд. Разворачиваем и вяжем второй ряд. Первую петлю снимаем, нить перед работой
и до 14 последних петель вяжем изнаночными петлями. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 14 петель. Одну петлю снимаем, не провязанная нить перед работой. Разворачиваем и вяжем третий ряд. Первая петля кромочная, снимаем ее, нить перед работой. Дальше 2 петли лицевые. Перед петлями линии реглана делаем накид, провязываем 2 петли изнаночными петлями, снова делаем накид и до петель следующей регланной линии вяжем лицевыми петлями. Снова петли регланной линии, накид, 2 петли провязываем изнаночными петлями, снова накид и снова до петель линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова 2 петли линии реглана, перед ними делаем накид, провязываем их изнаночными петлями. Снова провязываем накид, до следующих петель линии реглана провязываем лицевыми петлями. Снова 2 петли линии реглана, провязываем накид, 2 петли провязываем изнаночными петлями, снова накид, 2 петли провязываем лицевыми петлями и последнюю петлю первого ряда провязываем так. Подхватываем вот эту часть петли. Дальше вводим правую спицу в петлю левой спицы, снимаем эти 2 петли, возвращаем их на левую спицу и провязываем вместе лицевой петлей. Дальше 1 петля лицевая и 1 петлю снимаем не провязанной нить перед работой. На левой спице осталось 11 петель. Разворачиваем и вяжем 4 ряд. Четвертый ряд, первую петлю снимаем не провязанной, нить перед работой и до последних 14 петель вяжем изнаночными петлями. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 14 петель и последнюю петлю второго ряда провязываем так. Подхватываем вот эту часть, одеваем ее на левую спицу и провязываем эти 2 петли вместе изнаночной петлей. Дальше 1 петля изнаночная и 1 петлю снимаем не провязанной нить перед работой. На левой спице осталось 11 петель. Разворачиваем и вяжем 5 ряд. Первая петля кромочная, снимаем ее нить перед работой,
и до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Перед петлями линии реглана делаем накид. Две петли провязываем изнаночными петлями. Снова накид. И до линии реглана вяжем лицевыми петлями дальше. Снова линия реглана, накид, 2 петли изнаночные, накид и снова до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, накид, 2 петли провязываем изнаночными петлями, накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, накид, 2 петли изнаночные, снова накид, 5 петель провязываем лицевыми петлями. И последнюю петлю третьего ряда провязываем так. Подхватываем эту часть петли, вводим правую спицу в петлю на левой спице, снимаем эти две петли, возвращаем их на левую спицу и провязываем вместе лицевой петлей. Дальше одна петля лицевая и одну петлю снимаем непровязанной нить перед работой. На левой спице осталось 9 петель, разворачиваем. И вяжем шестой ряд. Первую петлю снимаем непровязанной нить перед работой. И до последних 12 петель вяжем изнаночными петлями. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 12 петель. Последнюю петлю четвертого ряда провязываем так. Подхватываем вот эту часть петли, одеваем ее на левую спицу и провязываем эти две петли вместе изнаночной петлей. Дальше одна петля изнаночная и одну петлю снимаем непровязанной нить перед работой. На левой спице осталось 9 петель. Разворачиваем. И вяжем седьмой ряд. Первая петля кромочная. Снимаем петлю нить перед работой. И вяжем дальше лицевыми петлями до линии реглана. Дальше делаем накид. Две петли провязываем изнаночными петлями. Снова делаем накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, провязываем накид, 2 петли изнаночные, накид и вяжем лицевыми петлями до следующей линии реглана. Снова линия реглана, накид, 2 петли изнаночные, накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, накид, 2 петли изнаночные. Накид. 8 петель провязываем лицевыми петлями. И последнюю петлю пятого ряда провязываем так. Подхватываем вот эту часть петли.
Вводим правую спицу в петлю на левой спице, снимаем ее, возвращаем эти две петли на левую спицу и провязываем их вместе лицевой петлей. Дальше одна петля лицевая и одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой. На левой спице осталось 7 петель. Разворачиваем и вяжем 8 ряд. Восьмой ряд снимаем первую кромочную петлю, нить перед работой и до последних 10 петель вяжем изнаночными петлями. Накиды тоже провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 10 петель. Последнюю петлю шестого ряда провязываем так. Подхватываем эту часть петли, одеваем ее на левую спицу и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Дальше одна петля изнаночная, одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой. На левой спице осталось 7 петель. Разворачиваем и вяжем 9 ряд. Первую петлю кромочную снимаем не провязанной нить перед работой и до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Дальше накид, 2 петли изнаночные, снова накид и далее вяжем лицевыми петлями до линии реглана. Перед линией реглана накид, 2 петли изнаночные и снова накид. И снова вяжем лицевыми петлями до линии реглана. Снова линия реглана, делаем накид, 2 петли провязываем изнаночными петлями. Накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, провязываем накид, 2 петли изнаночными. Накид, 11 петель провязываем лицевыми петлями, вяжем до последней петли седьмого ряда. Последнюю петлю седьмого ряда провязываем, подхватываем эту часть, правую спицу вводим в петлю левой спицы, снимаем петли, возвращаем на левую спицу и провязываем лицевой петлей. И 7 петель на левой спице провязываем, 6 петель лицевыми петлями и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 9 ряд. Десятый ряд. Первые 7 петель и последние 7 петель будем провязывать лицевыми петлями, платочной вязкой. Это будут петли планок для пуговиц. Вяжем 10 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. Дальше до последних 8 петель вяжем изнаночными петлями. На левой спице осталось 8 петель. И последнюю петлю восьмого ряда провязываем так. Подхватываем эту часть петли, одеваем ее на левую спицу и провязываем эти две петли вместе изнаночной петлей. Оставшиеся на левой спице 7 петель планки провязываем 6 петель лицевыми петлями и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 10 ряд. Провязала 10 рядов ростка реглана. Росток готов. Дальше продолжим вязать реглан.
Следующие 26 рядов продолжаем вязать лицевой гладью. Лицевые ряды провязываем лицевыми петлями, изнаночные ряды провязываем изнаночными петлями. Первые 7 петель и последние 7 петель вяжем платочной вязкой. Лицевые изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями. Петли линии реглана провязываем изнаночными петлями в лицевом и изнаночном ряду. И в каждом лицевом ряду до и после линии реглана провязываем накид. Вяжем 11 ряд. Первая петля кромочная. И до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Перед петлями линии реглана делаем накид. Петли линии реглана провязываем изнаночными. Снова делаем накид. И до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова петли линии реглана. Делаем накид, провязываем петли линии реглана изнаночными петлями, снова накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова петли линии реглана. Накид провязываем, 2 петли провязываем изнаночными петлями. Накид и до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. И снова линия реглана, накид, 2 петли изнаночные. Накид и до 7 последних петель вяжем лицевыми петлями. На левой спице осталось 7 петель. И в 11 ряду провязываем отверстие для пуговицы. 7 петель планки провязываем так. 2 петли лицевые. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей, накид, 2 петли лицевые и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязали 11 ряд. 12 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И до последних 7 петель вяжем изнаночными петлями. На левой спице осталось 7 петель. 6 петель провязываем лицевыми петлями. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 12 рядов, следующие 24 ряда вяжем по такому принципу, как вязали предыдущих 2 ряда. Провязала еще 24 ряда реглана, вместе у меня провязано 36 рядов. Следующие 5 рядов буду вязать платочной вязкой. Лицевые и изнаночные ряды будем провязывать лицевыми петлями. Вяжем 37 ряд. Первая петля кромочная. И до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Провязала лицевыми петлями до линии реглана. Дальше набираем дополнительную петлю. 2 петли линии реглана провязываем изнаночными петлями. И снова набираем дополнительную петлю. И до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями.
Снова петли линии реглана. Перед набираем дополнительную петлю перед линией реглана. Провязываем 2 петли изнаночными петлями. Снова набираем дополнительную петлю. И до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, набираем дополнительную петлю. 2 петли провязываем изнаночными петлями. Снова набираем дополнительную петлю. И до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Снова линия реглана, набираем дополнительную петлю, 2 петли изнаночные. Снова набираем дополнительную петлю. И до последних 7 петель, до петель планки вяжем лицевыми петлями. На левой спице осталось 7 петель. В 37 ряду делаем отверстие для пуговицы. Провязываем 2 петли лицевые. 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Накид. 2 петли лицевые. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала 37 ряд. 38 ряд. Все петли ряда провязываем лицевыми петлями, только петли линии реглана вяжем изнаночными петлями. Вяжем 38 ряд. Первая петля кромочная и до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Петли линии реглана провязываем изнаночными петлями 2 петли. И снова до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Так провязываем до конца ряда. Линии реглана провязываем изнаночными петлями. Все остальные петли вяжем лицевыми петлями. Следующих два ряда, 39 и 40 ряд, вяжем так, как вязали предыдущих два ряда. И 39 и 40 ряд вяжем лицевыми петлями только. И в 39 и 40 ряду провязываем линии реглана изнаночными петлями. И в 39 ряду до и после регланной линии провязываем дополнительные петли. Следующий 41 ряд вяжем лицевыми петлями, только провязываем линии реглана изнаночными петлями. Петли в этом ряду не добавляем. Вяжем 41 ряд. Первая петля кромочная и до линии реглана вяжем лицевыми петлями. Две петли линии реглана провязываем изнаночными петлями. И до следующей линии реглана вяжем лицевыми петлями. Так провязываем до конца ряда. Провязала 41 ряд. На спицах у меня 243 петли. Дальше в следующем ряду будем вязать проймы жилетки. Для этого мы разделяем вязание так. Первые 36 петель левой полочки. Следующие 53 петли проймы жилетки. Дальше идут у нас 65 петель спинки. Снова 53 петли проймы и 36 петель правой полочки. Вяжем 42 ряд. Вяжем до второго маркера. Первая петля кромочная. Провязываем лицевыми петлями до линии реглана.
Петли регланной линии провязываем изнаночными петлями. И дальше до последней петли перед маркером вяжем лицевыми петлями. Последнюю петлю провяжем изнаночной петлей, петлю линии реглана. Провязала до второго маркера. Маркер снимаем, разворачиваем. И 53 петли до маркера закрываем. Закрыла петли до последней петли. У нас осталась одна незакрытая петля. Провязываем ее со следующей петлей. У нас осталось на левой спице 36 петель полочки. Разворачиваем и вяжем следующий ряд. Для начала нам нужно набрать 8 петель. Набираем 8 петель для проймы жилетки. Набрала 8 петель. Дальше нам нужно соединить полочку с спинкой. Для красивого соединения поднимем петли с косички. В этом месте и провяжем эти поднятые петли с первой петлей спинки. Провязываем вместе лицевой петлей. И вяжем еще 2 петли лицевые. Провязали 3 петли спинки. Разворачиваем. И дальше вяжем так. Первая петля кромочная. 2 петли провязываем лицевыми петлями. 2 петли спинки. 8 набранных петель дополнительных провяжем лицевыми петлями. Дальше у нас осталась такая ниточка, набрасываем ее вот так и провязываем со следующей петлей вместе лицевой петлей. И 2 петли лицевые. Провязала, вот такая пройма рукава у меня получилась. Дальше разворачиваем. И вяжем дальше. Вяжем лицевыми петлями до последней петли перед маркером. До петель линии реглана. Первая петля кромочная и вяжем лицевыми петлями.
Осталась одна петля перед маркером. Эти две петли, следующие у нас петли линии реглана, провязываем их изнаночными петлями. И дальше до последней петли перед маркером, провязываем лицевыми петлями. Перед маркером осталась одна петля, провязываем ее изнаночной петлей. Это петля линии реглана. Дальше вяжем вторую пройму, так как вязали первую. Разворачиваем и закрываем до маркера петли. Закрываем 53 петли. Закрыла петли до маркера. У нас осталась одна незакрытая петля. Провязываем ее вместе с петлей спинки. Закрыла петли. Дальше для красивого соединения поднимаем петли косички с этой стороны. Разворачиваем. Набираем тоже 8 петель для проймы. Набрала 8 петель для проймы. Дальше 2 поднятые петли провязываем вместе лицевой с первой петлей планки. И 2 петли лицевые еще провяжем. Разворачиваем. И дальше вяжем. Первая петля кромочная. 2 петли лицевые. Набранные 8 дополнительных петель тоже провязываем лицевыми петлями. Провязала 8 набранных петель. Вот такая ниточка у нас осталась. Перебрасываем ее на левую спицу и провязываем вместе со следующей петлей лицевой петлей и 2 петли лицевые. Разворачиваем и дальше все петли на левой спице до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Первая петля кромочная, и до конца ряда провязываем лицевыми петлями. Верхняя часть жилетки готова. На спицах у меня 153 петли. Провязали воротник, реглан и проймы жилетки. Дальше будем вязать нижнюю часть.
Первые 88 рядов нижней части будем вязать узором. Раппорт узора составляет 3 петли в ширину и 8 рядов в высоту. Первые 7 петель и последние 7 петель продолжаем вязать платочной вязкой. Это петли у нас планок для пуговиц. А центральные 139 петель вяжем узором. Первый ряд. Все петли провязываем лицевыми петлями. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли вяжем лицевыми петлями. Второй ряд. Первые 7 петель и последние 7 петель провязываем лицевыми петлями, а центральные 139 петель провязываем изнаночными петлями. Вяжем второй ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых, 7 петель вяжем изнаночными петлями. На левой спице осталось 7 петель, провязываем их лицевыми петлями. 6 петель лицевых и последняя петля кромочная. Третий ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых, 7 петель планки и дальше вяжем раппорт узора. Первую петлю провязываем так. Вводим спицу за переднюю стенку и провязываем петлю лицевой петлей. Не снимая петли, вводим спицу за заднюю стенку и провязываем лицевую петлю. Дальше снимаем петлю. И 2 петли изнаночные. Провязала раппорт узора. И снова повторяю. Вводим правую спицу за переднюю стенку и провязываем лицевую петлю. Не снимая, вводим спицу за заднюю стенку и провязываем лицевую петлю и снимаем петлю. И 2 петли изнаночные. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до последних 8 петель. На левой спице осталось 8 петель. Одну петлю провязываем. Вводим правую спицу в петлю за переднюю стенку. Провязываем ее лицевой петлей. Не снимая, провязываем лицевую петлю за заднюю стенку и снимаем петлю. И оставшиеся 7 петель провязываем 6 петель лицевыми петлями и последняя петля кромочная. Провязала третий ряд. Четвертый ряд. Первая петля кромочная. 6 петель лицевых. Провязала первые 7 петель и дальше вяжем. 2 петли, которые вывязаны лицевыми петлями с одной петли, провязываем изнаночной петлей. И дальше вяжем раппорт. 2 петли лицевые и 2 петли, вывязанные с одной петли, провязываем вместе изнаночной петлей. Провязали раппорт и снова повторяем. 2 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Провязала второй раз раппорт. И так вяжем до последних 7 петель.
2 лицевые и 2 петли вместе изнаночной петлей. На левой спице осталось 7 петель, 6 петель провязываем лицевыми петлями и последняя петля кромочная. Пятый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Шестой ряд. Первая петля кромочная. 6 петель лицевых и дальше до последних 7 петель 139 петель провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 7 петель, 6 петель провязываем лицевыми петлями, последняя петля кромочная. Седьмой ряд. Первая петля кромочная. Шесть петель лицевых. И далее до последних 7 петель все 139 петель провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 7 петель, 6 петель провязываем лицевыми петлями. И последняя петля кромочная изнаночной петлей. Разворачиваем и вяжем 8 ряд. Первая петля кромочная. 6 петель лицевых и далее до последних 7 петель 139 петель провязываем изнаночными петлями. На левой спице осталось 7 петель, 6 петель провязываем лицевыми петлями и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала первые 8 рядов нижней части жилетки. Следующие 80 рядов вяжем так, как вязали предыдущих 8 рядов, повторяя схему с 1 по 8 ряд. Только в 23, 51 и 79 ряду провязываем отверстия для пуговиц. Провязала еще 80 рядов нижней части. Вместе у меня провязано 88 рядов. Дальше следующих 8 рядов с 89 по 96 ряд будем вязать, так как вязали предыдущих 3 ряда. Первые 7 петель и последние 7 петель провязываем платочной вязкой, а центральные 139 петель провязываем изнаночными петлями. Вяжем 89 ряд. Первая петля кромочная, 6 петель лицевых. И дальше все петли до последних 7 петель вяжем изнаночными петлями. Последние 7 петель провязываем лицевыми петлями. Так вяжем 8 рядов. Провязала еще 8 рядов
нижней части жилетки. Дальше закрываем петли, пришиваем пуговицы, и жилетка готова. Закрываем петли.